Всем привет, пацаны, сегодня 19 ноября, как видите, нам добавили пак, комплект, победный бросок. Ника одета сезона и приедем. Как видите, сзади там Майкл Джордан, вот. Я бы купил этот пак в 9 сезоне, когда он вышел. Мне показалось, типа, 20 скина за 1700 прикольно и нормально, дороговато. Раньше типа были такие испытания, которые можно до стиля получать. Ну, ты типа покупаешь, что такое, там надо какие-то испытания выполнять, чтобы получить стиля. Там ты заходишь в какой-то режим, и там тоже выполнил миссии. А вот Денина, не знаю, почему эпики не добавили. В турском режиме там есть такая карта, и надо поиграть, чтобы, в принципе, тебе дали стиля. Ну и еще такая хрень, которая тут тупо заходит в турецкий режим, и там ты берешь все монетки. В принципе, для Ники, чтобы получить стиль, и при. Вот там, короче, запутанные миссии все такое. Сейчас я, в принципе, покажу мои скины вот эти. А ну, Ника где-то у меня здесь, да, вон. Обычный стиль. Розовый. Ну, сзади хорошо скин смотрится. Спереди нормально тут. Ну, желтый и красный. Ну, все сильные плохие. Вот этот неплохой. Розовый, ну, такой нормалек. Желтый тоже неплохой. И красный, в принципе, неплохой. И забыл я другого скина показать сюда. Забыл, как его там зовут. Где он у меня? И помню, что он типа выглядел. Вот, вот, вот так он выглядит, да. Как его там зовут? Предел. Окей, короче, обычный стиль. Розовый. Желтый. И красный. Я, кстати, вот этот скин использовал, типа, как трейс-код. Ты понял, да, это тоже так. Окей, потом Руби, 10 сезона. Прикольный скин, неплохой. Как видите, я уже нормально такой бакс на фарме в ПВЕ 3255. И когда будет Новый год, я уже говорил, я куплю там скины, пару скинов, 3 или 2. И кирку. Потом красная динамика. Мне бы этот скин купил, если, конечно же, у меня было где-то 5000 баксов. Потом полосатый резать. А ну, я потратил, когда будет Новый год. Ну, я деньги не буду тратить, я, типа, своими баксами, которые я нафармил. А ну, полосатый, короче, сейчас у сезона я куплю, ну, два скина по 1500. Ну, это будет где-то 5000 баксов. Я потрачу там кирку, и если она выйдет, ну, там на печеньку может, или там на сноубордистку. Короче, много там штучки хочу покупать на Новый год. Полосатик 10 сезона, ну, прикольно, это топло неплохой. Потом зловещий спецназ юрского периода и зловещий динозаврик. Ну, зловещий динозаврика и тоже стиль, обычный и фиолетовый. В принципе, обычный и фиолетовый. Ну, не очень рекомендую этот скин. Такой. Яркий. Потом зловещий Рекс и зловещий рептилоид. Обычный стиль и фиолетовый. Обычный и фиолетовый. Раньше говорили, что этот скин эксклюзивный, там надо что-то такое. Но раньше, когда еще в магазине они не были, они были эксклюзивные, но сейчас их уже можно в магазине купить. Типа как Минти, вот такое было. Их добавили в магазин в 11-м. Потом зловещие кости. А, если типа видите, что там кто-то дает и Минти кирку, это уже лохотрон, уже Минти нельзя получить.
Вот, короче, Магнус 5 сезона. Я уже видел, там телек дарил Минчи. И там будто по 11 сезон. Я увидел, там писала слева. Глава, ну, видите, глава 2, сезон 4. А там писала глава 2, сезон 1. Я там увидел. Чуть-чуть там. Не очень-то, наверное, хотел показать, чтобы видели. Там чуть-чуть черный такой экран. Чтоб не увидели, какой там сезон, но я все равно увидел. И понял, что это лохотрон, типа 11 сезон, а мы в 14. Ну, я хотел получить кирку Минти, все такое. Кей Магнус и меховой плащ. Если вы кого-то видите, что дарит сейчас холодец, ну, кирку Минти, что-то по-русски это холодец, походу. И это ложь, если что. Минчи уже нельзя никак получить. Ну, или там можно, не знаю. Но я, например, не могу уже получить. Потом Кубура 9 сезона. Кстати, там снизу, как видите, что-то про сражение с Бори пишет. Какие-то там ошибки, что-то такое. И потом Призрачный топор 9 сезона. Ну, неплохая чайка. Ну, под скелету подошла, еще там внизу, как видите, скелетик. Нормально. Потом запутанная история 13 сезона. Ну, такая себе молча. Мне не очень нравится. Такие себе движения и музыка. С 10 я даю к этой эмоции пятерка, шестерка. Потом «Лести легкого» 9 сезона. Нормально, молодцы, типа купил, потому что этот ивент там был, все такое. И что вот эта эмоция. Потом расслабленное задание 13 сезона. Ну, в принципе, для вот, ну, вот этой эмоции, вот это я бы поставил 8 из 10. Вот эта эмоция я бы поставил 8, там, 7 из 10. 8 из 9 даже. Ну, прикольно, типа, эмоция. Я, типа, в реальной жизни так тоже танцую. Ну, прикольно. Ну, когда мне скучно, вот такое я танцую, короче. И, в принципе, нам оставили вот это все Марвел. Окей. Если что, пак неплохой вот этот. Если вам не нравится, не покупайте. Вот. И новости в турке вот такие. Окей, пацаны, а вы подписывайтесь, ставьте лайки, поставьте комментарии, нажимайте на колокольчик. Не забывайте 180 подписчиков на моем канале. Разыграть что-то 200 баксов и 2000 подписчиков на моем канале. Разыграть об этом пас через скин за 700. Подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока, пацаны.